Помогите маленькой девочке съесть торт. Так, съесть или на него сесть? Она что хотела с ним сделать? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы продолжаем Brain Out, 86 уровень, сегодня я поставил себе цель дойти до 101, чтобы 100 уровень четко пройти, и вот я думаю, что вот это вот передо мной, далеко ли я дойду, если так дальше пойдет, я уже ни хрена не понимаю, то ли это компьютерная мышь с проводом, да, и вот это колесико типа, то ли это какой-то непонятный воздушный шарик, достанный из жопы, это... Сложно понять, если честно, но давайте предположим, что... Так, смотрите, появился курсор. Это мышь. Значит, это мышка, хорошо. Вот так вот ей надо управлять. И что я должен нажать? Следующий? Так просто, следующий. Смотрите, получилось. Довольно быстрое, бодрое начало, но... Довольно бодрое начало, но вот эта реклама задолбала. Просто это невозможно, ребята, Я схожу уже с ума. Сформируйте наименьшее возможное число. И теперь вот надо думать, я действительно должен на полном серьезе это делать, пытаться там как-то математически свой склад ума подключать, которого ни хрена уже нет, школа, институт давно закончились, да? Либо же тут что-то с подвохом, надо где-то что-то куда-то перетягивать, увеличивать. Не знаю, ну, я как минимум точно могу сказать, что, наверное... Самое меньшее число, если мы начнем с 5. А. Вот как тут интересно, да? Тут наоборот, значит, идет. Понятно, понятно, понятно. Так, то есть пятеркой я должен закончить. Хорошо, давайте тогда думать. Получается, наверное... 9, 8, 6, 5, что ли? Ой, что я надел? А, нет, оно все-таки в начале... Господи, да, хватит путать мне... Путает меня, зараза. 5, 6, 8, 9. Нет, это неправильно. 5, 5, 5, 5. Как это неправильно? Ты серьезно, что ли? Ты издеваешься надо мной? Почему это неправильно? С 5, 5, 5, 5. Меньше ничего тут не составить. Точно, что-то не то. А? А? Погодите, как я это сделал? И все равно нет, да? Да, вот как-то я тяну вниз, и эта хрень поднимается. А? Почему? Почему именно 999 совершенно верно? Я сейчас... Ну ладно, похрен, я вообще наугад это нажал. Но мы прошли, мы справились, это самое главное. 20? 20 дротиков? Ни хрена себе. Ого. Слушайте, я могу не... Да, это перебор. Там это, места-то свободного уже нет нихера. Правда? Это правда? Да не может быть. Давай затормозим его. Давай его затормозим, я тебе говорю. Я не верю, что это нужно на полном серьезе сделать. Я не понимаю, как. 20 дротиков. Да вы гоните, что ли? Да игра, да ты издеваешься надо мной. Можешь пропустить? Это в принципе невозможно. Там, по-моему, всего площади на 20 дротиков рассчитано. Ну давайте я просто попробую. Просто попробовал, да. Шикарно. Смотрите. Ой, сейчас смотрите, как будет. А ну. Кликером. Не, кликером лучше не надо. Ого, смотрите на... Нормальные дела. А вот теперь надо это дело как-то тормознуть. Я предлагаю. Немножечко замедлить эту срань. И тогда, может быть, что-нибудь, да? А, ну окей. Хорошо. Значит, я оказался прав. Что? Еще раз. Что-то... Ага, ясно, ясно. Намного медленнее, но... Я, если честно, думал, что все дротики слетели к чертовой матери. И все равно... И это все равно не сказать, что очень просто, вы знаете. Можно все равно... И тут обосраться-то. Так, успеваем. Главное успеть поймать момент, подходи. Ну, кати меня дальше-то куда-то, что-то. Ой, хорошо, еще два раза давай. А! Так. Ой, блин, стрёмно. Не-не-не, потом, пусть он развернется сначала. Вот сейчас развернется. А! Не! Чё? Ты чё, дурак? Все нормально ж было. Да, блин, хорошо, давай, вот так вот. О, минус один пошел. Минус один дротик, ребят.
На минус один я надротил. Надротил на минус один, представь себе. Так. Ого. Что-то какая-то игра долго загружается. И прям даже очень. 23, блин. А можно закрыть? Да, можно, слава богу. Мама вернулась. Помогите мне спрятать джойстик. Ну, подожди. Подожди. Тут, чё, кого? Может свернуть игру? Нет, это не работает. Я попробую. Помогите мне перетянуть текст. Текст перетянуть. Или здесь что-то... Стоять. Так, давай. Вот. Q. E. Чё, есть какая-то кнопка, которая вот здесь, например, T. Сейчас мы попробуем масштаб всего изменить. Нет, это тоже не получается. А если зажать? Вот. А. Отлично. Что придумано-то? Что придумано? Я зажал на джойстике, ничего не поменялось, то я что-то придумал. Я просто великий изобретатель, брат. Поверь мне, эта игра сделает тебя умнее. О, поверь мне, нихера не сделает. Вот по сравнению с тем, во что мы сейчас играем, меня умнее не сделает даже учебник какой-нибудь квантовой механики. Вот здесь вот ум нужен просто непревзойденный. Переверните эту пирамиду вверх ногами за 3 хода. Блин, я вот этим вообще не хочу, если честно, заниматься. Вот как, вот что я должен? За 3 хода? Вверх ногами за 3 хода. Блин. Вот так? Или что? Ну давай, вот раз. Ну то есть, этот ход правильный, да, или что? Подождите, еще раз. Вот с этого я начал, да? Могу вот сюда поставить. Ну хорошо, давай так, раз. Угу. Раз. Блин. Потом, что ты мне показываешь? Раз, два. Не хочу! Не хочу! О, стоп! О, смотрите-ка. Куда-то что-то можно. Вот это что-то куда-то уже можно, да? Что-то непонятно, подожди. То есть я, в принципе, могу отсюда начинать. Что за говно у меня получается вообще, дико. А, короче, это дело надо, наверное, либо пропускать, либо подсказку брать. Или может быть, здесь опять-таки какие-то хитрости там. Нет? Оу! Что я наделал? Так, погодите, я что-то натворил. Не, ну давайте сейчас мы еще чуть-чуть подумаем. Переместите 2 круга из 4-го ряда во 2-й ряд. А затем 1-й ряд вниз. 2 круга из 4-го ряда во 2-й ряд. 2 круга из 4-го ряда во 2-й ряд. Хорошо, давай. 2 круга из 4-го ряда во 2-й... Слушайте, наверное. Да, точно. Ну, это нормальная такая подсказка. Это даже не подсказка, это решение. Это за меня решили, можно сказать. Нажмите в порядке. 33, 1, 6, 8, 2, 20, 17, 60, 33... Мне так надоели ваши цифры гребаные. Да я хочу больше картинок, вот там, собачки там были, свинки, вот это все. Ну что мне эти ваши, ну... Ой, Пифагор из меня что сделать хотите? Я и так уже Декарт, куда? Так, 33, 1, 6, 8. Где я тут 3, во-первых, найду? Я понятен. Ну давай так, 33, 1, 6, 8, 2, 20, 17, 60, 33. Вот, я нажал, что еще надо? Что еще надо? 33, подождите. Где я возьму? Хорошо. Нажмите в порядке. А. Я сейчас нажал 33 на клавиатуре и... А куда все остальное делать? Подожди, еще раз. Сейчас. А. Ага, от того, что я на что-то клацнул. 60, 33. А на что же я клац... Вот, на 8! Смотрите, я клацнул на 8. На 8. А, на этот раз уже не на 8. Чё за... Я не... 60. 6, 8, 2. 33. На, не, на клавиатуре оно никак не идет.
Что это за бредятина вообще? Может, надо что-то куда-то перетянуть еще? Какую-то цифру откуда-то вытащить? Вон, там только время показывает. Я не понимаю. Короче, 1682. 1682. 20, 17, 60, что-то. Давайте, знаете как? 33 мы забьем. 1682, 20, 17, 60. 1682, 20, 17, 60. 1682, 20, 17, 60. 33. А, вот как это... Все, ясно. Но первый раз 33 я не нажимал. Обратите внимание. Только потом уже. Как-то странно это работает. Что это такое? Что это за рожа такая? О, это ж как с этим, с поросенком. Сколько таких игр вообще существует? Охренеть. А, это реклама этой игры, да? Я думал, это уже моя игра, а запустилась с такой рожей. Так, помогите маленькой девочке съесть торт. Сейчас так нажимаем, и такой диетолог сбоку с дубинкой. Не надо тебе есть торт, у тебя будет жирная срака. Во-первых, это не торт, это кекс. Но мы можем попробовать. Давай, маленький, что, не пролезаешь, что ли? А раком стать? А раком стать и пролезть, что, не можешь? Не можешь раком стать? Маленькая девочка не может раком стать, да. 29-летний Декарт предлагает маленькой девочке стать раком. Без регистрации смс, смотрите сейчас. Так что мне делать-то я? Как я ее должен заставить-то это? Ну, давай вон что-то ей там. Что-то там это как-то. Может, сам торт надо... Давайте мы торт увеличим. Увеличим. Это, во-первых, ни хера не кексик. Это не торт, это кексик. Правильно? Надо сделать из кексика торт. Это не работает, да? Давай голову ей увеличим, чтобы не... челюсть ей так вот так вот, вот сюда перетянем. Оп! Оп! Нет, не работает. Что-то ничего не работает. Ну помогите съесть торт. Ну дайте торт тогда. Это не торт, это жалкая подделка. Это просто бомжи насрали, как в кулек. Что это такое? Это нам не подходит. Мы очень... Очень такая, знаете, привередливая маленькая девочка. Посмотрите на наше привередливое лицо. А! Чё? А, о, как это работает, да? Ну, давай. Так, съесть или на него сесть? Она чё хотела с ним сделать? Когда Зое было 6 лет, Лулу была вдвое старше её. Зое сейчас 10 лет. Сколько лет Лулу? Ну, типа... 16, как бы. Вот это было для идиотов уже. Я впервые наконец-то могу с уверенностью сказать, что хоть что-то легкое попалось. Вы снова должны выиграть эту игру. Сейчас ваша очередь. Серьезно? И на этот раз у меня не получится, да? То есть, если я попробую нажать QT одновременно, то хрена мне с два, да? Ну, давайте проверим. Сейчас, секунду. А, видите, сейчас это не работает. Походу... А, тут другая тема теперь. Тут надо вот так нажимать. Тут надо перекрывать. Ну-ка. Ага, вот здесь вот у нас. Ну а чё, оно не жмётся одновременно нихера? А если сюда нолик поставить? Вот, точно, давай нолик вот сюда поставим, сейчас выиграем. А чё это, я всегда мог так перетягивать? Ну, например... А, ок! Интересно, интересно. Вы опять извините, я это. Все, что не запрещено, то разрешено. Понимаете? Закон не запрещает. Что это за избиение абортированных младенцев каких-то бегающих? Господи Иисус, что только люди не придумают. Так, давай, как это закрыть? Спасибо. Как съесть лапшу? Ну, по логике, вот. Чё, нет воды? Ну ладно, на, хлебай. Хлебай, говорю. А, ну можно, в принципе, да. Да, вообще такой порядок. Что? Чё ты крестик ставишь? Чё не нравится? Жри давай. Ну, я не знаю, девочка, она села на торт, поэтому, может быть, ты тоже жопой жрёшь? Давай ей жопой повернись. А если зажать? Чтоб вскипятить. Хотя оно не стоит на газе. На газу. Да ты будешь, падла, что-то делать или нет? Я сейчас тебе ботинки сниму, серьезно. Так, ну тут, наверное, что? Тут, наверное, надо везде кнопки по... Ой.
Извините, молодой человек, я не хотел туда кнопку ставить. Так, ну давай Е попробую. Оп. Так, оп. Ага. Ага. Ни хрена. И что теперь? Как съесть лапшу? Ну. Она, кстати, не готовится что-то. Может быть, мне надо это... микроволновку какую-нибудь откуда-то вытянуть. Ускоритель времени, чтобы она быстрее. Слушайте, интересно вообще. Интересный симулятор доширака, да, ребят? У нас какой-то... Я замучился, ребят, я обтыкал его всего, понимаете? Я его всего обтыкал. Мне пришлось его обтыкать всего. Его никогда больше в жизни никто столько обтыкивать не будет, поверьте. Поэтому и лапшу я тоже все обтыкал, понимаете? И его обтыкал, и лапшу обтыкал. Все обтыкал. Все, что мог, обтыкал, толку никакого. Давайте посмотрим. Возможно, вам придется накрыть лапшу. Попробуйте использовать свой палец. Это что-то я не пойму, как понять. Типа вот так вот как-то. Как нахрен я ее должен накрыть? Подожди, хорошо, вот давай, вот Е. Накрыть лапшу. Все, замечательно. Давай, Е. Е вот жмем. И нажимаю еще. Что-то не накрывается. А, вот, все. Вот как готовится лапша быстрого приготовления. Ну да, палец положил и все. И пш, просто от пальца. Прям вскипело все нахрен. Да. Пожар, квартира сгорела, все. Да. Великий палец. Переместите две спички, чтобы создать стул с прямой спинкой. Блин, как это задолбало. Так, подождите. Сейчас. Вот так вот, наверное, да? Или как? А, вот раз. И вертикальную какую-то. Сейчас. Раз. Два. Что ты мне? Что ты мне затираешь? А, вот, все, готов. Я впечатлен. Ну, тут я, действительно, тут я довольно быстро справился, нельзя не отметить. Если CDE равно EDF, то EFH равно... Чё? Если CDE равно ED, получается FH, да? Это по-любому. FH. А потом, наверное, G. Нет? CDE, ED, F. A, B, C, D, E, F, G. E, F, G. Ну, так, подождите. А что не так? Логика-то, она как бы остается. A, B, C, D, E, F, G. E, F, H. A, B, C, D, E, F, H, G. Там разве так идет это дело? Ну, может быть, H, F и... J тогда? Может быть, H, F и... Это я пробовал, да? Может быть, H, F и E в конце концов? H, H, F, C? Что-то какая-то хрень, я... Алфавит забыл, что ли, английский? A, B, C, T, E, H, F, F, H, J, 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 полная вообще. C, D, E, E, D, F, ну да. E, F, H... HF и как бы HF. То есть, может надо большие буквы просто писать? И, может, в этом разница, типа? Может, так? Сейчас попробую еще. Вдруг в этом дело, я не знаю. Нет, ни хрена это не работает. Давайте попробуем вот так. Блин, короче. Идеальный ответ. Нет. Тоже не то. И Макдональдс даже, наверное, не подойдет. Гляньте, я открыл английский алфавит. Мы сейчас будем с вами внимательно смотреть. CDE равно EDF. CDE равно EDF. EDF. EFH равно. EFH равно. HJE. Как вариант. Нет. А чё, как я тогда должен вообще это все разруливать? CDE EDF EFH равно G. Я не знаю, GH. Какая тут логика вообще в этом говне? Я что-то это, если честно, не совсем понимаю. Вот я не...
Вот я не совсем понимаю. EFH равно HF, HFI, может быть. Давай попробуем HFI. О! Да! Да! HFI. Ладно, я как-то интуитивно это понял, если честно. Панда там еще панду надо найти, прикиньте. Так, ну давайте мы закроем алфавит, пожалуй, да, и перейдем снова вот на мою фоновую картинку. Вот так, вот здесь вот я немножко увеличу. Значит, какой-то шам какой-то. Нам шам не нужен никакой, значит, найдите панду. Я не понял. Я не понял, вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Вы что, издеваетесь, что ли? Хотя это все, наверное, снеговики, да? Это все снеговики, а найти нужно панду. Это так работает или как? А чем панда отличается от снеговика? Кто здесь снеговик, а кто здесь панда? Вот у них у всех уши вроде есть, пандочек. Ща попробуем что-то. Ой. Ой, гляньте. У них можно поснимать шапки-то их веселые. И шарфы. Так. Что-то я это... Я раздеваю панд, да? Это вот таким вот я занимаюсь в свободное время, получается, да? Раздень всех панд. Прекрасное задание. Так, и что? Мы это сделали за... Что это такое? Ага, шарфик тоже. А это что такое? Шапка, да? И вот еще. Все, я всех раздел. Я раздел всех. Декарт раздел всех, ребята, опять-таки. Опять-таки без смс-регистрации, да. И надо думать... Я на любого сейчас мог кликнуть, что ли, или что? Ну ладно, пофиг. Наверное, да. Наверное, когда ты снял все, то там все остались как бы в костюме панд. В костюме Адама, костюме панд, не знаю, как назвать. И видимо, уже не важно было, кого нажать. Так, хорошо. Помогите маленькой летучей мыши заснуть. Что, солнце прохерачит, нет? Давай закрываем жопой хомяка солнцем. Слушайте, а... Да, заснуть не помешает. На самом деле, летучей мыши не помешает выспаться. Смотрите, это лицо очень невыспавшейся летучей мыши, если честно. Она прям вообще не это. Так, подожди, давай. Куда тебя? Что-то солнце не хочет уходить, да? Солнце вообще не хочет уходить. Абсолютно. И что надо делать? Я как бы уже и не знаю. Я уже все, что мог скрестить... Тем, чем мог, скрестил, то есть. Может, жердочку эту сраную убрать куда-то? Очком хомяка. Жопой хомяка по башке так поводить, да. Ну, туда вот вниз куда-то. Ладно, смотрите. Сейчас мы будем пробовать опять. Вот, у нас есть 4... Кнопки как раз у меня, мои стандартные. И 4, собственно. Так, ну-ка. Ага. Ни хрена. Абсолютно ни хрена не работает. Переверните телефон вверх. А, ну конечно. Нет. Этим мы заниматься не будем. Сами понимаете, этот уровень мы пропускаем. На эмуляторе я не знаю, как все это делать. Введите максимально возможное число. Ну, типа по логике вещей 9873200, да? Но это, конечно же, будет не так. 9873200. Нет, это неправильно. Почему же? 987 0032, я хер знает, что ж. Ну, 987-то точно, наверное. Или 009873-2, может быть. Я не знаю почему, но я просто не знаю, что делать. Я просто не знаю, что делать. Вот такой вот сотый уровень, ребята. Сотый уровень, до которого я все-таки добрался, но он, походу. На него, походу, мне надо еще где-то 100 IQ добрать очков-то до моего нынешнего понимания. До моего нынешнего значения. Это должно быть... А у меня как бы 1 000 000 IQ, да? Я нереально умный, поэтому нужно 1 100 000. Мне чуть не хватает, да? Понимаете, да, какая ситуация-то нехорошая образовалась? Может быть, просто надо ввести 9999 там?
А убрать можно? Ничего не убирается, да? Вот это все мы как бы. Охренеть. 9, да, это шикарно. Шикарное число 9, а что мне нравится? Максимально возможное число. Ну, самое большое, значит, правильно? Почему не так? Вот почему вот не так? Ну что ж, юбилейная подсказка на 100 уровне, давайте. Помните символ бесконечности? Две опа. Вы прикалываетесь, что ли? Это было... Не, это интересно. Это, конечно, интересно. Но хрена с два б я до этого додумался, мне кажется. Умно, бесконечность — это наибольшее возможное число. Да, тут я, конечно, не поспорю. Ну что ж, ребята. Отлично, 100 уровень мы сделали. С 80 получается какого там? С 86 по 100 мы прошли. Пошла, ребята, жесть. Я чувствую, самая жесткая жесть. Сколько там еще уровней, там еще до хрена, там до 180, по-моему. И вот самый смак, самое веселье, особенно математическое, ожидает, я чувствую, впереди. Но это будет впереди, а пока на этом мы заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.